Я хотел бы услышать ответы сегодня на следующие вопросы. Во-первых, какова морально-психологическая обстановка в трудовых коллективах? Как, во-вторых, идут производственные процессы? По экспорту хотел бы услышать ваши оценки и ситуацию, потому что сбыт продукции, продажа нашей продукции – это ключевая задача. Отсюда и валюта, отсюда курс рубля и так далее. Уважаемый Александр Григорьевич, коротко социальная ситуация на подведомственных предприятиях и промышленности. Ну и отдельно мне расскажешь, что там на БелАЗе. Они уже так паскудно себя ведут, белазовцы идут со смены домой уставшие. Это вчера Александр, мы следили, рабочие за проходную вышли, они этот флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку, что вот это вот БелАЗ, я ж понимаю, как это делается. Никаким белазовцам это не надо, они прекрасно понимают. Остановится сегодня белазовцы, и города остановится. И города не будет.